Всем привет, с вами Аркс Плю, и это продолжение PvP. Если до этого выложил видос, но уже заливается на канал видос в это время, пак против Пуджа. Знаете что, я захотел кучу поиграть за Пуджа, поэтому мы сейчас будем не рандомить, а мы возьмем Пуджа. Я считаю, что Пудж довольно интересный персонаж для PvP. Не скажу, что им легко будет победить, нет. Если враг не тупой, то мы никогда хуком не попадем в него. А, я еще играю за тьму. Ненавижу играть за тьму, ну ладно. Пуджик. Попробую моим старым любимым Пуджом. Это, видите, здесь своя особенность, свой интерес, да. То есть, получается, здесь надо все просчитать. А, СФ, лол. Получается, антигерой СФ, антигерой Пуджа. Антигерой. Так, давайте опять же, в любом случае мы купим стики. Потому что СФ может кидать койла. А он и будет кидать койла, я думаю. И пойдемте. Я думаю, через банку идти или через банку. Сейчас без ХП нам будет тяжело. Ну давайте. Напомню вам, что после последнего обновления у Пуджа увеличена дальность хука на первом левеле 1000. А было, по-моему, 700 и так далее. Это преимущество. Конечно, закуп у нас вообще ни о чем. Я вот не знаю, правильно это сделать? Давайте подумаем. Фастботл. Чтобы собрать фастботл, мне надо будет убить дофигища крипов. Там 280. 280 голды надо будет. Но там много крипов надо убить. Давайте попробуем. Да, не будем загадывать. Попробуем. Так, сейчас все сделаем. Так, так. Я думаю, давайте я сыграю по старому бинду. А давайте по-новому, ладно, посрать. Очень давно не играл это Пуджа. Давай, Пуджик, давай, давай, вратюня. Главное не запутаться в кнопках. Реально, я могу запутаться. Видите, просто я очень много времени, много лет играл на одном бинде, да? А потом начал себя переучить на другой. И сейчас у меня такая путаница происходит. Я могу путать кнопки. Ну, ну ладно, прорвемся. Пудже! Пупудже! Эй, эй, крипуля, э! Ш, эй! Эй! Надо репорт ему кинул, крипу тупому. Нелсон Мандалина Мандаринка. Ну, манда, мандаринка. У нас хилки нет, вообще ничего нету. Ни хилок, ничего. Так, все, забрали крипа. Первый крип есть. Прогресс, прогресс. Почти рапира. О, видали, да? О, какой просчет! Просто все идеально. Почти, почти. Конечно, с ФШки легче фармить гораздо. У него очень сильный дамаг потом будет. Тварь тупая. Ты хочешь поплатить со своей жизнью? Ну ладно, так, еще один крип. Еще один обоссанный крипуля. И к нам пойдет ботл. Эх, СФ, СФ, вкусняшечка ты моя. Видите, нам мало что может СФ сделать, потому что пуш притягивает его вплотную. Нормально. Так, все, банка есть. Так, куру, куру не трогайте. А, он слышит, да, наш же общий чат. Сюда иди. Так, ладно, все, давайте не будем баловаться. Нам нужна победа. Меня смотрят миллиарды, миллиарды людей, понимаете? Триллионы, сексиллионы, гиперлионы. Моя счастливая кура. Отлично. Ну так вот, когда пуш притягивает СФ, да, у СФ есть всего лишь один койл. В упор. Все, больше он ничего не может сделать. Ах ты мразь, ах ты тварь, а. Ах ты тварина. Ах ты тварина, ах ты твариночка. О, тю 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 ух! А, ну бог. Ну, ну вы видели. Просто взял, все рассчитал. Ну, ладно, хватит баловаться, а то опять будут потом комментарии писать, ныть. О, что ты балуешься? Мне завидно, я не умею баловаться. Так, покупаем тапок, вызываем тапочек, куру. Не надо было юзать стики, ну ладно. СФшка, ты обоссано. Смотри, сейчас я делаю так, это вверх, так. Почти, ладно, почти, почти. Иди сюда, иди.
Сюда иди! Псина тупая. Заход. Вот это я псих, вот это я психую. Ах, почти, ладно. Ну просто разминаемся. Кстати, когда вы взяли этот хасту, да, в идеале сбегайте сразу на другую руну. То есть в итоге у вас будут подобраны две руны. Мы на 6-м левеле, я думаю, убьем его 100%. Вообще, это изи игра. Изи-бризи. Ну, пуш есть пуш. Я не прогадал, взял пуджа. Давай, шмара, иди ко мне, говно. А у тебя один койл даун, у тебя один койл. Пока! Пока, братюня, пока! Ты обоссан слегка. Ну, вот такие вот пироги. Я хотел сыграть за Пуджа. Вспомните прошлую игру, где я играл паком против Пуджа. И сравните того Пуджа со мною. Когда я хук... Какой я кинул левел? Третий левел был, по-моему. На третьем левеле попадаю хуком, убиваю. Потом еще пару хуков я просто так для прикола кинул. Ну, вы понимаете, это был баг в доте. Потом кидаем хук, убиваем. Профит. Все, я рад, что сыграли за Пуджа. Обожаю Пуджа. Я вспомнил былые времена. Идеальные просчеты. Все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.